На сегодняшний день в нашем кардиологическом центре, в принципе, оказывается практически весь спектр высоких технологических медицинских услуг в рамках именно по заболеваниям сердечно-сосудистой системы. С введением обязательного социального медицинского страхования весь перечень наших операций перейдет в систему ОСМС и будет финансироваться для участников именно этой системы. После этих вмешательств есть обязательный реабилитационный период, оно тоже покрывается системой ОСМС, и амбулаторное лекарственное обеспечение пациентов тоже покрывается в рамках ОСМС. Мы считаем, что внедрение обязательно социально-медицинского страхования будет давать возможность людям получать полный спектр услуг, медицинских услуг для своего здоровья.